На Ямале появятся свои кола, тархун, Байкал и крем-сода. Как рассказал директор одного из крупнейших предприятий, над расширением ассортимента уже работают технологи. Завод работает 2 десятка лет. Ежедневный выпуск составляет от 30 до 50 тонн, а в год порядка 5 миллионов литров воды. Только за последние 5 лет объемы производства выросли в 2 раза. Работает завод на уникальной талой питьевой воде из предгорья Полярного Урала. Арктическую воду доставляют по всему округу. В магазины, детские сады и школы. На Ямале с конца февраля по май традиционно наблюдается повышенный спрос на бутилированную воду. Это связано с весенней распутицей. Предприятие заранее готовится к росту объемов. Сейчас на складах имеется все необходимое, чтобы выполнить все обязательства. Гендиректор предприятия уверен, все сложности временные, а санкции – это еще и новые возможности. Наверняка сейчас создадутся такие условия макроэкономические, при которых будет невыгодно возить, а будет более выгоднее производить здесь у себя, в связи с тем, что уходят крупные федеральные бренды, иностранные бренды. То есть вот он шанс, так скажем. Вот она, так скажем, проблема и возможность, как кризис по-китайски – это 2 иероглифа – проблема и возможность. То есть понятно, что придется нам это пережить, но мы уверены, что после этого мы станем сильнее.